Государственный секретарь Республики Казахстан Кырымбек Кушербаев вручил награды спортсменам, вернувшимся с Олимпийских игр в Токио. Победителям вручены сертификаты на сумму 31 миллион тенге. Нурислам Санаев, завоевавший бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории 57 килограмм, сказал, что эти средства будут переданы на благотворительность. 30-летний борец пожертвует деньги на лечение больных детей и поможет малообеспеченным семьям. Награждены были и тренеры спортсменов. Им вручены сертификаты на сумму 25 миллионов тенге.